Добрый вечер. Добрый вечер всем. Добро пожаловать в Good Night Club. Сегодня мы поговорим о таком понятии, как институт брака. Что такое брак, что он дает, чего лишает и нужен ли он сегодня. Я предлагаю обсудить это прямо на этой сцене, потому что дома обсуждать такие вещи опасно. Для всех тех, кто еще не знаком с прелестями семейной жизни и для тех, кто познал их уже в полной мере, на сцене клуба «Муж с двухлетним стажем» Бекир Мамедиев. Ваши аплодисменты. Слушайте, я женат, и моя жена тоже крымская татарка, и несмотря на все стереотипы про мусульман, у нас нет такого, что она должна только стирать, убирать и готовить. Нет, 21 век, она должна еще работать, да? Сейчас так. Это шутка. У нас в браке нет такого, что у женщины нет никаких прав, у нас все так же, как и у вас. Прав нет у мужчины. Понимаете, хотя у нас в народе так не принято, понимаете? У нас в народе вот все по дому делает женщина. И вот мы были в Крыму, что-то во всей этой патриархальной атмосфере я тоже забылся. Начал указывать жене, мол, убери со стола, принеси чай. Потом мы приехали в Киев, я получил по башке. Да? Потому что в Киеве, если ты захотел чай, то ты идешь и делаешь чай. Да? Если она захотела чай, то ты идешь и делаешь чай. А бывает такое, что ты хочешь чай, спрашиваешь у нее, она не хочет, ты идешь, делаешь чай, приходишь, оказывается, она тоже хочет чай, да? Реально, нет никаких прав тут. И я вот недавно хотел вызвать уборщицу, ну, потому что надоело убираться в квартире мне, да? Жена даже не собиралась. И я спросил у друга контакты, потому что знал, что у него дома есть уборщица, и оказалось, что у него дома убирает мама его жены за деньги. И я подумал, офигенно разводят мужика, да? Вот я уверен, он однажды вызовет такси, а там ее отец. Несмотря на все это, я считаю, что жениться надо. Вот я женился буквально через полгода после знакомства, потому что я не понимаю те пары, которые долго встречаются и не женятся. Знаете этих людей, вот, которые уже 7 лет вместе, они уже живут вместе, у них двое детей, они встречаются. Вот. Чьи дети говорят, наши родители мутят, вот эти люди, знаете... Вот в зале есть пары, которые встречаются больше года и до сих пор не поженились? Есть такие? Да, вот, молодой человек, как вас зовут? Виктор. Да, как долго вы вместе? 4 года. Вы умеете морозиться, Виктор? А как долго вы вместе? 3 года. Несчастно, так сказала девушка. А как вас зовут, молодой человек? Ярослав. Ну, 3 года, да? Ну вот она же лучше не станет, Ярослав. Я считаю, что надо быстро жениться. Вот пусть хоть сейчас у тебя будет нормальная жена, понимаешь? Потому что дальше только хуже. Дальше только хуже. Серьезно, и вот это на первом свидании мы стараемся быть хорошими. В первый день знакомства мы максимально хорошая версия себя, понимаете? А дальше будет хуже. Это, знаете, на первом свидании все идеально. Ты шутишь, она смеется. Идеально. Понимаете? Потом это все пропадает. Чувство юмора — это не то, что надо в отношениях. Смотри, я вот если со своей сейчас пошучу, когда буду идти гулять с друзьями, там, мол, шлюх позовем, да, то вот можно уже звать, понимаете? Причем неважно, звал ты их, не звал, ты их звал, понимаете? И... Хотя в начале отношений, да, все девушки говорят, важно, чтобы парень был с чувством юмора, важно, чтобы парень был с чувством юмора. А потом через несколько лет в браке эти женщины говорят, Юра, что ты мелешь, Юра, а? Что ты мелешь? Юра такой, уже и пошутить нельзя, уже и пошутить нельзя. Знаете, я считаю, что надо жениться, хотя, ну, многие затягивают сейчас, многие начинают жить вместе еще до свадьбы, знаете, потом расходятся, говорят, мол, было не очень, наверное, в браке тоже будет плохо. Так вот, а кто сказал, что в браке должно быть хорошо? Вот, может, там и должно быть плохо. Может, тебя не зря спрашивают, согласен ли ты, согласна ли ты. Типа, чувак, точно? Да? Распишитесь, свидетели, вы все видели. Я не заставляла вас, я не заставляла. Ну и действительно, ну, может, там и должно быть плохо. И вот наша задача просто найти того человека, с которым будет хорошо, когда плохо.
Понимаете? И как нашел, нужно сразу жениться. Потому что вот любой женатый мужчина в зале, вот любой, скажет, жениться надо. А то что, я один лоханулся, что ли, да? Я... Спасибо большое, хорошего вечера вам. Не будем сбавлять темпа. Еще один семьянин на сцене Good Night Club, но уже с 3-летним стажем. Александр Железняк, ваши аплодисменты. Парни, поаплодируйте, кто женат. Смотрите, я очень часто задаю этот вопрос и заметил, что по частоте хлопков можно определить, сколько лет ты в браке. И знаете, в хлопках как в сексе, да? Чем дольше вы в браке, тем они реже. Потому что вот это что, что-то нет настроения хлопать. Мы хлопали на прошлой неделе. Слушай, сейчас начнем хлопать, дети забегут. Я женат 3 года, да, 3 года. 3 самых лучших и счастливых года в моей жизни. Моя жена в зале, да. И знаете, существует мнение, что любовь живет 3 года. И я частично с этим согласен. Просто первый год брака, это радость, да. У вас и с планом на жизнь, это просто пососаться на эскалаторе, все. Вам больше ничего не нужно. И первый год в браке, знаете, это... Не только самый легкий год в отношениях, но и самый легкий год в плане подарков. Вы же дарите друг другу просто дичь, да? Помните, любимый, это тебе, ух ты, футболка с нашей фотографией. Спасибо, это тебе, ух ты, кружка с нашей фотографией. Вам кажется, что вы разведетесь только в том случае, если в мире закончатся все предметы, где можно напечатать совместное фото. Все. На второй год, друзья, уже у нас с подарками возникают какие-то проблемы, да? Потому что ты начинаешь дарить ей дорогие подарки, а взамен получаешь нужные с пометкой «объяснить». Вот тебе блокнот, ты ж сценарист. Вот тебе носки, ты ж ходишь. Вот тебе хайлайтер, ты ж любишь меня, да? И знаете, я понял, что второй год в браке – это когда мужчина впервые задумывается о проститутках. Но не в плане развлечения и удовольствия, да, а с финансовой стороны. Потому что, в отличие от жены, ты реально можешь посчитать, сколько ты тратишь на них в год. Что касается жены, ты никогда не знаешь, сколько ты на нее тратишь, да? Ведь вы, девушки, вы никогда нам не признаете, что сколько стоит. Мало того, когда вас об этом спрашиваешь, в вас вселяется имбецил. А сколько стоит платье? Какое? Которое ты купила? Где? В магазине. В каком? В Заре. Когда? 2 недели назад. А! И каждый из нас, парни, попадал в такую ситуацию, да, которая называется «мне нечего надеть», да? Это такая ситуация, когда девушка стоит и 2 часа тупит в открытый шкаф, где полно одежды. И вот мне кажется, вы, девушки, делаете из нас сумасшедших. Потому что складывается впечатление, что эти вещи вижу только я. И ты говоришь, нечего надеть, вот же красное платье, где ты, короче? Как я уже говорил, да, я женат 3 года, да. И знаете, если раньше я ждал от жены смс «я тебя люблю», то сейчас я жду смс «я на выходные в командировку». И когда тебе приходит эта смс, ты думаешь, ну все, все, она уедет, я приведу 100 котелок просто, да. Они будут вываливаться из квартиры, как вещи из шкафа, я их буду собирать, запихивать обратно, да. Но по факту ты закрываешь дверь и такой, ну сегодня на ночь можно и не мыться. И знаете, да, 3 года, для моей жены этот период называется «Саша, пора! Пора заводить детей», да? И мы с женой планируем завести детей, да? Кто-то планирует, кто-то вовремя останавливается. Вот. Как бы срывает чьи-то планы не работать, да? Именно не работать, потому что у моей жены фраза «я задолбалась работать и хочу детей» всегда стоит рядом, да? Не то, чтобы она каждое утро «твою мать, 8 часов, я еще не беременна». Нет. Нет, такого нет. Но... Недавно смотрели телек, она такая, смотри, это если я сейчас забеременею, я же завтра могу на работу не идти. И знаете, сейчас у меня идет уже, скоро будет 4-й год. Меня предупреждали, мне рассказывали, что там вообще жесть, да? На 4-й год ты должен жене купить шубу, кольцо с бриллиантом, машину. Единственное, что меня смущает, это мне рассказывала моя жена. Знаете, я уверен, что у нее через год это все будет, да, потому что, во-первых, я ее очень сильно люблю, а во-вторых, она сама хорошо зарабатывает, может себе позволить, я не против.
Александр Железняк, спасибо. 3 года солидный, конечно, срок. Но я могу сказать, что даже при моем стаже в браке, да, для меня остается масса всяких загадок. Например, вот почему, если я выпил, то дома скандал и истерика, да, а если выпила она, то дома звонкий смех. А ближе к вечеру романтика, и почему ты не купил свечи, да? В общем, есть еще о чем поговорить, о чем разбираться. На сцене Good Night Club Леша Ранников. Слушайте, у меня очень субъективное отношение к браку, потому что я всего лишь начинающий муж. Ну, знаете, который, если жена обиделась, он все еще спрашивает, на что обиделась, что не так сделал? Они извиняются сразу, как опытные. Мне это предстоит только. Вдобавок ко всему, я еще и начинающий молодой папа. Ну, да, да. Ничего католического, просто родился ребенок. И ему сейчас... Моему ребенку сейчас 9 месяцев, и эксперты говорят, что в этом возрасте ребенок понимает слово «нет». И учитывая мой уровень заработка, это ему очень пригодится. И вот я совсем недавно в браке, я пытаюсь понять, какие бонусы брака есть. Ну, помимо кольца и упражнений в пассивной агрессии постоянно. Да. И наблюдая за своими друзьями постарше, я понимаю, что чем дольше в браке, тем вкуснее шашлычный маринад. Но грустнее глаза, это минус. Это минус, конечно же. И по себе, я начал сразу меняться, вот когда съехался с женой. Дело в том, что до этого я жил в холостяцкой хате с 2 пацанами. И когда я приехал к жене, правила совсем поменялись. Вот, во-первых, когда пылесосишь, вещи прям надо приподнимать. Как это? Ну, стало недостаточно покрыть просто видимое пространство, как это делают все пацаны, вот, и девушки, когда бреют только ту часть ноги, которая видна в дырке из джинсов. Самое большое испытание было на партнерских родах. Партнерские роды, кто не знает, это когда ты присутствуешь на родах ребенка своего, это важно. Это очень важно. Иначе очень тяжело объяснить жене, где ты был вообще. И партнерскими для меня роды стали, когда мне врачи забыли сказать, чтобы я покинул помещение. А я очень просил. Там мелькало слово «умоляю». Вот, но когда уже пошла движуха, уже стало слишком поздно сказать «честь имею» и свалить в коридор. Знаете, типа я-то сам по себе интроверт, но тут становится людно, поэтому в коридор. И это были тяжелые роды. Ну, какие легкие роды вообще. Тяжелые роды. И я не знал, как помочь жене. У меня была паника. Я врачей постоянно спрашивал, типа, как помочь? Как ей помочь? Они говорят, говори, чтобы она дышала. Я, ну, охренеть, это весь инструментарий, который мне доверили. Дыши. Просто человек дышит даже без сознания. Насколько я не нужен там был. Ну, они мне могли дать еще раз краску, сказать, не выходи за края, это и поможет, братан, это. И это все наконец-то прошло, это было продолжительно и тяжело, и это все прошло, и в конце, когда родился ребенок, это было просто гамма ощущений. Я плакал от счастья, ну, все в помещении плакали, я плакал от счастья, жена плакала от счастья, ребенок плакал, потому что, ну, вы понимаете, да, Украина, типа... Но на самом деле вот сейчас мне жена говорит, что она периодически скучает за ощущением беременности. Я не понимаю, это же там столько ограничений, там только суеверий вот на голову не налазит. Там, знаете, вот эти дурацкие, типа нельзя подстригаться, пока ты беременна, нельзя вязать, пока ты беременна, нельзя кататься на санках на животе, пока ты беременна. Ну, это глупости. И некоторые суеверия, они прям застигают врасплох. Мы как-то ехали в маршрутке, стоя, конечно же, потому что чем она заслужила? Мне на руку сел комар, я замахнулся, чтобы его убить. И тут моя жена говорит, Леша, нам нельзя убивать больше.
Громко, с нотками паники, на всю маршрутку. И вот я задавал вопрос, какие же есть бонусы брака. И вот сам же и дал ответ наверняка, что ну, брак, он может позволить тебе почувствовать себя более мужественным, более чистоплотным, чем ты есть на самом деле. И иногда даже может позволить поехать с комфортом в маршрутке. Да, в тот раз люди выходили из маршрутки спиной вперед, потому что боялись от нас отвернуться. Но оно того стоит, брак того стоит. Спасибо большое, Леша Ральников. Настя Дерская на сцене Good Night Club. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Мне 27 лет, и я не замужем до сих пор. Да-да, для многих людей это проблема, потому что 27 лет — такой возраст для женщины, который идет под грифом «пора бы». А все потому, что женщина после 25 воспринимается как кулинария в сельпу после 8 вечера. Все ждут, что на тебя должна быть какая-то скидка. И это очень обидно, потому что мужчина ровно в том же возрасте воспринимается как птенец, который только собрался вылететь из гнезда. Но если ты женщина, и тебе за 25, тебе вообще другие требования. Ну, к этому возрасту ты должна быть уже вполне оперившейся птицей, которая возьмет под крыло этого птенца и птенцов этого птенца. И вы понимаете, что все это оправдано единственной женской привилегией, то, что мужчины за нами ухаживают какое-то время. Но этот... Но эта цепочка значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд, потому что сначала ты ухаживаешь за собой, чтобы он начал ухаживать за тобой, чтобы ты в конечном счете до конца своих дней ухаживала за ним. Я в отношениях и в своих отношениях я стараюсь держаться подальше от классического домостроя. Ну, знаете, да, вот эта история, где он добытчик, а она хранительница очага и невыполненных обещаний. Нет. Я не играю в эти игры, потому что знаю, в эту игру женщины проигрывают чаще. Потому что на практике выясняется, что обеспечивать семью — это куда более абстрактное понятие, чем хранить очаг. Ну, смотрите, если мужчина принес форель, он обеспечивает семью. И если принес гречку, он тоже обеспечивает семью. А даже если пришел пьяный и ничего не принес, так это потому что он задолбался обеспечивать эту вашу семью. А грязная тарелка — это всегда грязная тарелка. Причем от гречки ее отмыть значительно сложнее, чем от форели. Нет, я не говорю, что у нас прям все так плохо. Я знаю. Многие мужчины действительно берут сейчас на себя часть обязанностей по дому, ухаживают за детьми, но у нас это до сих пор называется «помогать жене», да? Помогать жене по дому, помогать жене с детьми. Ну да, это же не его дом и не его дети, да? Он помогает, мамин помечничок, да? Мамина радость. Я недавно ехала в маршрутке, и зашел молодой отец с годовалым ребенком. И восторг у людей в салоне был такой, как будто он этого ребенка у нас на глазах спас из огня. Там, если бы у кого-то была бутылка вина, и бы начали передавать по салону, говорить тосты за здоровье этого святого человека. И я ничем не лучше, ничем. Ну, я ехала всю дорогу, ну, с таким лицом, как будто свидетелям Иеговы удалось до меня достучаться. И все им восхищались, а это при том, что мы даже не знали, куда он везет этого ребенка. Может, к жене на работу, может, в детдом, да? И, по-моему, это лучший пример того, что у нас женщина с ребенком до сих пор воспринимается как дворник, метущий улицу. Все такие, ну да, ну, это ее работа. Мети усердней, милочка. Мужчина с ребенком — это депутат, который вышел на субботник. Все такие, господи, звоните в ТСН, снимайте на камеру, это ж может никогда не повториться. Я не говорю, что плохо быть в отношениях с мужчиной. Я говорю, что плохо быть в отношениях с обнаглевшим мужчиной. Понимаете? Выражаясь метафорично, дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь. Но дай человеку обнаглеть, и он отдаст тебе удочку, и каждый день будет говорить, а где моя рыба? А что так долго? А моя мама готовила рыбу по-другому. На этом у меня все. Спасибо. Итак, семейная жизнь. Мне
кажется, семейная жизнь, как ее представляют себе молодые люди на основе кинофильмов и рассказов счастливых родственников, она на самом деле оказывается совсем не такой. И в ней много всяких сюрпризов и ловушек. Молодым говорят, да муж добытчик, жена хранитель очага, мы сегодня это уже слышали, совет вам да любовь. Мне кажется, не все так просто. И помимо очага у женщины в браке есть задачи посложнее. К примеру, женщине нужно постоянно удерживать самооценку мужа на очень тонкой грани. Что, дорогой, во всех сферах тебя недооценивают, но при этом в личной жизни ты такой, кроме меня, никому не нужен. Да, и то, что я с тобой, это, по сути, благотворительность, достойная как минимум уважения. Не все пары выдерживают быт, однообразие. Со временем страсть уже не та, и в постели оба начинают лениться. У меня есть рациональное предложение. Я бы вот эти фитнес-браслеты, совершенно бесполезные штуки, да, я бы перепрограммировал так, чтобы они считали, кто из партнеров в постели больше старается. Эти данные могут быть очень важны. Посмотрели на браслеты, сразу понятно, кто выносит мусор, кто моет посуду, да. Набираешь какие-то бонусы, как в сельпо, да, и по итогам года видно, вообще человек на подарок заработал или нет. Измены, да, измены. Говорят, что в любовнике ищут то, чего нет в партнере, поэтому я, когда вдруг вижу маленького качка без чувства юмора, я стараюсь не подпускать его к жене. Да, измена – это проблема, но она понятна, осязаема. Есть и подводные камни в семейной жизни, о которых молодожены даже не догадываются. На моем опыте ничто так не угрожает отношениям, как совместная работа. Я объясню. Первый ремонт в квартире мы с женой делали сами. Вдвоем. И хочу сказать, что никогда за 16 лет наша семья не была так близка к разводу, как в тот момент, когда мы третий рулон обоев уже порезали. Рисунок не совпадает. Там на одном листе у птички на обоях тело нормально, а попа на 2 сантиметра ниже. И все, и семья чуть не распалась, как попа птички, да. И... Вообще выбрать одного человека на всю жизнь, такие правила достались нам вместе с христианством. Нас не ждут на небесах 72 девственницы. Мне, кстати, всегда было интересно, вот это всем, кто туда попадает, это одни и те же 72 девственницы? Или каждому свой комплект, да? И как, кто они? Это бывшие реальные люди или это боты? Если реальные, то как им объясняют это все? Здесь, на берегу, да. Нам не узнать правды, да? Нам не узнать правды, потому что у нас раз обвенчался, значит, и на земле не разлей вода, и на небе будете вместе. То есть как бы даже смерть не выход. И... Статистика говорит, что у нас постоянно растет число разводов. Я не знаю, хорошо это или плохо, я не пробовал. Но, как по мне, в основном разводятся по одной и той же причине. По причине зря поженились. Ну, не узнали друг друга как следует, не оказались в тех ситуациях, в которых это может проявиться. Сегодня, чтобы вступить в брак, нужен паспорт, идентификационный код и вовремя сказать «да». То есть, по факту, выбрать человека, с которым собираешься прожить всю жизнь, намного легче, чем купить утюг в рассрочку. Может быть, пора придать новое значение фразе «институт брака»? Создать реальное учебное заведение? Я не говорю про 5 лет, хотя бы один испытательный год должен быть. И только те пары, что выдержат все экзамены, только они получат право пожениться. Если, конечно, к тому времени не передумают. Селим их в специальное общежитие, и начинаются настоящие проверки из жизни. Как проявят себя их отношения, когда возникнут проблемы, пусть даже самые маленькие. Когда захлопнулась дверь, когда свет отключили, когда в туалете бумага закончилась. Когда он пришел пьяный, когда она пришла пьяная. Она пришла пьяная с подругой. Она вырубилась, а подруге что-то не спится.
Когда она взяла его бритву, когда он забыл про день рождения. Когда ее мама приехала, когда его мама приехала. Мамы приехали одновременно. Его мама приехала, она пришла пьяненькая, да. Мама и дочь напились вместе. Дочь вырубилась, а маме что-то не спится. Да, и в горе, и в радости. Взяли кредит, разбили машину, выиграли в лотерею. Все вместе. Когда футбол, когда ПМС. Когда футбол совпадает с ПМС. Когда она удалила его компьютерную игру. Когда завтра рано на работу, а ее папе прямо вот сейчас и прямо на этой кухне непременно нужно выяснить, наконец, чей Крым. И если вдруг справились со всеми заданиями и по-прежнему вместе, то дипломная работа. Клеим обои. С птичками, да, и пока попа не совпадет, никакой свадьбы. И, возможно, люди по-другому будут беречь отношения, которые достались с таким трудом. Вот такие предложения всем молодым, а тем, кто уже вместе, хочу сказать, или будьте счастливы, или прекратите парить друг другу мозги. Спасибо большое, это был Good Night Club, добрых снов.